Всем привет-привет, дорогие друзья! Привет-привет! Коктейль ТВ в эфире, с вами Яша и мой отец Вячеслав Николаевич. И сегодня с нами гость из Армении, да. Наш любимый гость из Армении, я бы сказал. Да, да? Джованчик. Это и Джован, это наш, наверное, любимый армянский коньячок. Когда мне люди спрашивают, какой коньяк купить, я говорю, сюда и Джован. Чё? Никто не знает такой коньяк. Ну, слушай, это редкий гость у нас в городе, во-первых, на масс-маркете ты его нигде не купишь. Ты видел на масс-маркете? Я не встречал. Ну, вроде бы нет. Только... Ну, начал появляться. Ну. Немножко где-то что-то как-то все чаще и чаще. Ну, может, внимание стал заострять на нем больше. Потому что раньше тоже как бы так. Ну, массу коньяков мы попробовали от этой компании. Все нам нравится, ну, прям до безумия. Все попробовали. От самых даже базовых линеек до самых шикарных. Да. То есть, классные делают... Коньячки. Коньячки. Водки. Водки. А сегодня, друзья... Бренди. Сегодня бренди. Да какой? Да, абрикосовый. И от кого? Анатолий Буланкин. Огромное спасибо, да, за такой донатик. Прислал нам. Станислав Николаевич сам хотел, говорит, попробовать его, да, да. Купить. А тут, оказывается, нам еще и посылочка прилетела. Да. Ну, давай, наверное, разолью. Ну, классический дизайн. Про стоимость ничего говорить не будем, так как не знаем. Я думаю, что на данный... момент, наверное, меньше 2000 это не должно стоить. Ну, или плюс-минус. Я вообще не знаю. Я-то вначале думал, что это вообще, это как бы абрикосы с коньяком. Ликерная тематика, да, тебе, да, вот это. Да. Я тоже, а оказалось-то ведь нет. Оказалось, нет, это настоящий бренди. Из абрикос первого отжима. Ну, я не знаю, что, есть второй отжим, интересно? Я не знаю, может быть, там что-нибудь довыжимает еще. Из выжимок выжимку сделать? Да, да, да. В общем, хороший, качественный, видимо, сок абрикосовый. И на нем его сбродили, ну, и выгнали из него дистиллят. И потом на 5 лет. 5 лет в бочках. В бочку, ну, около 5 написано. Плюс-минус там. Ну, 5-летник написано. Ну, написано 5, да. Ну, сколько тут? По бренде, наверное, нет такого правила, таких жестких. Ну, мне кажется, да. Абрикосики пахнет. Клопами. Да? Ну, прикольно. Потому что ожидаешь, что как бы виноградное вот это что-то, а оно вообще другое. Блин, классно. Вообще супер. Читаем. Давай. Спиртной напиток 5-летний Идживан Абрикос. Произведен в Республике Армения из армянского абрикосового дистиллята. Дистиллята. Выдержан не менее 5 лет. Состав абрикосовый дистиллят – вода. Все. Все по ГОСТам, ну не ГОСТ, а здесь ТР получается. И по градусам 40, по-моему. 40, дата розлива 21 год, 01.11. Как тут красиво, 01.11.21. Прям как армянские номера на Мерседесе. ЗАО «Идживанский винно-коньячный завод». О, туда бы съездить, да? На заводик-то, наверное. Попробовать все у них, да. Да, поселиться в погребе где-нибудь там, на месяцок-то у них можно было бы. Не мут какой-нибудь попить, да, 20-летний? Все бы там можно было пробовать. Там еще вин полно у них, который мы. А, кстати, да, вина-то тоже у них, мы не сказали еще, вины такие. Ну, вообще, первое, что я пробовал, это вино у них, да. В своей жизни. Это теща вот мне, да. Кажется, там, на Новый год или что она там приобрела, не помню, уже такой праздник. И она нам подсказала, где купить. Мы после этого съездили, много-много и там все. Купили. И началась эпоха Идживана в нашем мире. Да. Да. Ну, вино, ну, не знаю, ничего такого прямо шикарного я в нем не заметил. Ну, вкусное, хорошее. Даже фруктовое вино, по-моему, были. Нет, нет? Виноградное. Виноградное. Оно, так, блин, даже не помню, что. Ну, они же фруктовые тоже делают вино, да. Оно, они делают все. Да. Армяне любят же все делать. Куда у них столько абрикосов, куда их делать? Это издревле у них, как бы. Блин, я-то вообще думал, конечно, настойка на абрикосе, оказывается, нет. Ну... Идживан типа славится, что они не добавляют красители, да? И сахар. 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 Тоже ведь не указано вообще. Тоже ничего не указано. Но я думаю, что цвет может приобрести за счет бочки, да и сам напиток, наверное. Ну, хотя он, наверное, все прозрачный. Дистиллят, какой он цвет имеет? Ну да. Что ты дистиллят перегоняешь, у тебя какой-то цвет у него есть, что ли? Да нет, конечно, что. Всегда прозрачный. Ножки висят, потом бац, все сразу скопал и побежали. Ну, прикольно. Цвет коньячный. Я не знаю, вообще такие напитки, есть смысл, тут же нету как бы виноградной этой тематики, да, которая, есть смысл вообще выдерживать больше 5 лет, наверное, вот. Да особо... что-то, давай попробую.
Нет, вот, допустим, лет 20 выдержать. Наверное, хотя бы пояс. Ну, давай попробуем вообще, какой потенциал хранения. Попробуем себя в качестве профессионалов, да? Ну, я тебе так скажу, что это не шибко, это прям абрикос прет. Так, на, когда она растер, она вообще чем-то таким, каким-то даже травами. Реально не абрикосовая тема. Она какие-то травы, специи, да? Спиртик проскакивает тоже хорошо, прям уж. Спиртик есть, да, прям вот. Ну, такой. Не, ну абрикосики, понятно, что все это абрикосовый спирт. Но они где-то далеко. Но, опять, если ты будешь знать, да? А вот так вот, если вот тебе дашь какой-то другой. Абрикос. Ну, бочка как бы, да? Бочка вот вообще на первом месте здесь. Бочка – это первое место. И от нее идут вот… Здесь дуб. Дуб прямо. Вот прямо дуб. Дуб. И что-то они в нем держали, видимо, такое, что… Знаешь, оно выдает… Блин, ну дуб прямо смоленичный. Конечная тона есть, понимаешь? Вот есть конечная тона. Ну, скорее всего… Может быть, бочка из-под коньяка где-то была. Да, скорее всего. Потому что как бы развитие вкуса там большое, да? Ну, в армании. Ну, чем дальше, тем бочка затмевает все. Вообще, прямо гольный дуб. Да. Бокалы с тобой подобрали идеально. Да, хорошо для этого момента, друзья. Ссылочка в описании, кому интересны бокалы. Ну, давай пробовать уже. Ну, вот так, такие. Спасибо, Анатолий, еще раз. Пробуем. Да. А детство уже абрикос. Это Иджван. Да? Вот у него есть свой, вот эта бочка у них, кавказская, да, вот эта? Ну смотри, он не такой сладкий, как, допустим, те же коньяки, у них же очень сладкие коньяки. Здесь не такой сладости нету. Но здесь все, здесь просто абрикос, прям вот такой, да, хороший абрикос, уходящий в горькую бочку. Она не очень так горчит, но бочка прямо, она чувствуется прямо бочкой. А, горчит. Да, горчит в конце. И кажется, что вот косточка, да, вот эта вот абрикосовая, она же тоже такая… По мне горелая деревяшка. Да. По мне прям очень сильно. Ну, давай, на первый глоток, конечно. Не, ну это приятно, слушай, вообще хорошо. Это мощно. Это мощно, это чувствуется, что это как бы дорого. Ну, сюда потратили деньги, и, ну, это как бы не так дешево, да, да. Ну, это на любителя, конечно. А когда начинаешь, вот только… Сейчас самогоночка, да? Вот только вот взял, и у тебя сразу такое ощущение, что ты пьешь что-то сладкое. И после этого все уходит, выходит спиртик, и уходящий в бочку, вот такую прям мощную бочку. Типа, знаешь, эффект похож, как вот конфетки с каким-то вот с алкогольным напитком, вот эти раньше популярные были. Ешь, кусаешь, алкоголь чисто чувствуется, он быстро проходит, а потом сладость, ну, вот эта вот сама основа идет, да? Ну, алкоголь чувствуется сильно. Алкоголь чувствуется? Чувствуется. Ну, алкоголь, это как бы дистиллят, то есть, да, это не водочный спирт? Не, абсолютно. Тут вообще… Чувствуется абрикосовый дистиллят? Да. По-другому это не назовешь. Это именно он, никуда он там не уходит, ни в плюс, ни в минус. Приятно, да. Купил бы я такой, да. Ну, вот с чем бы посидеть, вот я прямо задался вопросом, с чем бы я его попил. Вот что-то интересное под него. Какие-то фрукты, хурму, может быть, что-то такое, ну что ли. Вообще непонятно. Непонятно, да? Как к нему подобрать что-то, это тяжело. А под него как будто подобрать надо. Да, что-то хочется. Так просто оно горьковато как бы. Ну, это очень много бочки. Мне кажется, что-то вот сладкое, типа хурмы такой, которое не вяжет, а знаешь, сладкая хурма, допустим. Или даже кукурузу, может быть, вот, ну, соленую кукурузу. Вот это было бы интересное сочетание, кстати. Ну, все-таки я, наверное, за бренди, за такие, да, за без… Не надо выдержку, как бы. Ну, либо как-то поменьше, что ли. Мне кажется, передублено. Поменьше, маленько, да. Передублено. Я говорю, что 15 лет точно нет. То есть, это нет смысла. То есть, развития никакого, да, просто насыщение, получается, напитком, бочкой идет. Вот ему бы 2 года бы за глаза было бы. А вот ты здесь уже, ну, все. Ну, максимум 3. Ну, и бочки такие, конечно. Если бы там какие-нибудь бочки, знаешь, старые бы, да, много использованные, и там можно и 15 лет хранить. Ну, это абрикосик какой-то интересный, то ли подкопченный, то ли, знаешь, вот такой, то ли бочка такая была. Какой-то вот интересный. Однозначно. Да? Она жженая, пережженная. Жженая. Цвет, смотри, какой. Это реально цвет 100% бочки, здесь никакого красителя, я думаю, нету, потому что это прямо
Мне даже каемочка-то видно, что выдержанная, смотри, как бы есть. Зелена тоже идет. Угу. Как бы есть, видно, что это все-таки. Интересно. Да. Интересно. Да. Впервые, по-моему, пробую такой выдержанный, именно вот, по-настоящему выдержанный бренди. Так долго, да, выдержан. Здесь, честно, и 5 лет, а то и 7. Запросто. Вообще нисколько даже не удивлюсь, что здесь 10-летние могут быть. Ну, мне понравился, кстати, вообще хорошо. Блин, так согревает, вообще много, мощно. Вот после вкуса, да, начинается даже какой-то, как будто бы свежий персик. Персик. Не абрикос, а персик даже, персик, да? Персик какой-то, да. Хотя во рту жонка стоит с бочкой. Вот у меня начинает проходить это, да? Дубовость. И начинает какой-то свежий персик, какой-то вкусил. Ну, давайте напишите, где они удерживают. В железных бочках или в деревянных. Но здесь дерево прямо, ребята, оно просто прет, я не знаю. Но это, если даже в металлических чинах, ну, блин, ну, ты столько надо туда напихать дерево. Ну. Да нет, это бочка. 100% это бочка. Это 100% бочка. Ну, если это щепа такая, ну, туда только ароматизированная какая-то. Потому что, ну... Да, даже подсушивает вот этот спирт. Его многовато, мне кажется. Крепкая, хорошая штука. Ух, как хорошая, забористая. Самогоночка такая, прямо качественная. Качественная, да, я бы так тоже назвал. Такая, знаешь, качественная самогоночка. И как бы сам дистиллят, а он, то, что он абрикосовый, он уже как бы потерялся, да? То есть, то, что он как бы, его может быть... Его немного, понимаешь, в абрикосовом вкусе немного. Он даже, вот правильно сказал, он переходящий персик какой-то. Совсем другой. Что-то фруктовое, плодовое, ягодное, да? Такое? Да. Ну, ягоды нет, фруктовая, скорее всего. Образно так. Но. Что-то плодовое, да. Ну, я бы такой пил с удовольствием. Угу. Прямо с удовольствием. Бац. Под вечер сел. Это вот южная тематика, мне кажется. Лето, юг. Там у нас тепло летом, допустим. И вот сел вот с таким вот фруктовым. Мне кажется, фруктовая тарелка вообще под него будет идеально. Не знаю, почему-то мне так кажется. Ну что, да, ну много его, конечно, не охота. Да? Ну не сладкий, вот я бы чем-то подсластил или наоборот подсолонил. Вот говорю, кукурузу соленую прямо, знаешь, вот ей бы тоже закусить. Ну ты извращенец, тебе бы ресторанное меню составлять. Я бы с удовольствием, мне кажется. Тебе еще один шаг до шеф-сомелье остался. Да? Ну в напитках ты уже разбираешься, осталось блюдо подобрать. Сейчас сварю эту кукурузу и попробую. Подкоптить ее еще, знаешь, там чуть-чуть, горелочкой там это. Все будет вообще идеально, да? Скоро этот Ивлеев-то отдыхать будет. Да, он так отдыхает давно. Да. А он уже на пенсии. Ах, хорошо. Прям вообще кайф. Свою кайф, честно. Понравился. Спасибо, Анатолий, еще раз. Напиток такой, это, как хотел сказать, не мастурбация. Ну, как... Не мастурбация. Когда сидят, наслаждаются природой. Как это называется? По-другому вроде как-то. Медитация. Ну, у кого что могли, видимо. Да. Вот. Охота вот именно расслабиться. Вот, типа, как, знаешь, сигару вот куришь, когда вот такой же, да, расслабован какой-то у тебя, ну, что-то там со вселенной, она говорит слова Илона Маска, там, звезды, вот это все, да, вот это вот. И вот здесь как бы тоже, да, охота уединиться с природой, что-то вот. Блин, такой греющий душу напиток. Вообще все собьет, прям вообще нормально. Мысли какие-то такие интересные. Ну ладно, будем прощаться. И Джован молодцы. Молодцы. Сын, опять классно, что-то необычное, что-то мощное по-настоящему такое. Ну мощный, он мощный, прям, блин, хорошо. А они этим берут то, что они все пере делают. Как бы. Да. А нам это нравится. Да. Ладно, всем пока-пока. Да вкусно. Да вообще, блин.